Милиция. Алло. Слушаю вас. Это милиция? Да, это милиция. Понимаете, произошло ЧП. ЧП? Сейчас я тебе, блядь, ЧП, сука, устрою нахуй. Слышь, блядь? Че? Ушлепок, блядь. Мне твой номер вычислишь, что ли? Я вычислю, блядь. Да ну на. Тебе что надо? Мне? Мне надо мармелада. Мармелада? Да. Слышь ты, чертенок, ты с чего звонишь? Сотовый или, блядь, с чего нахуй? Сотовый. Сейчас я тебя пробью, блядь, раз ты сотовый. Нокио, блядь. Да. 62-30, ай, блядь. Да? Как? Да? Да. Вот, ебло свое завали, блядь, нахуй. Хуй в очко себе воткни, блядь. И сиди молча соси, блядь, посасывай чужой хуй, блядь, понял? А как ты? А вот смоги, бля, ёпта, ты же экстрасенс, а не я, блядь. Так. Алло. Объясни, как ты меня вычислил. Так, у тебя на пятерочку номер начинается, это отлично. Третья цифра двойка, отлично. Дружок, еще чуть-чуть, и тебе пиздец. Вы будете по полной программе, кондон ты, пидор. Нет. Гребень у тебя уже растет. И под хвостом у тебя уже чешется. Не, я смог. Че, гребень уже лезет? Давайте решим все по-доброму. Давай решим. Я тебя ебу, а ты хуй у меня потом сосешь. Зачем так? Я ну хочу... как зачем? Потому что ты петух поганый, глупый, блядь. Я хочу по-доброму. Ты по-доброму? Да. Ты ишак, ты беременный, блядь, облезлый. Я? Ты дурак, ты не понимаешь, что ты хочешь. Я себя в петушатник засуну, гондон. Я не понимаю. Не понимаю, что такое петух, что ли? Да. Это ты, значит, хуй сосать будешь у всей хаты. Я... Слышь, чмо. Че? Слышь, чмо. Ты чмо. Че? Ты даже согласаешься, что ты чмо, блядь? Раком сайт. Ну, видишь, как хорошо, блядь. Слышь, короче, чмо, блядь. Я сейчас звоню, пробиваю твой номерочек, последние несколько вызовов, тут десяток, наверное, блядь. Ты чувачок. Вот, как раз. Твой номерочек пробиваю, блядь. Чувачок. А ты можешь идти уже, блядь, в лес, нахуй. Чувачок. К тебе завтра приедем, блядь. Чувачок? Чувачок у тебя знаешь где, блядь? Где? А я тебе знаешь что? Гражданин начальничек, блядь. А я майор.